Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Odyssey. В этом видео я вам расскажу и покажу, где найти ответ на загадку во втором дополнении Судьбы Атлантиды. Вот, у нас сейчас будет загадка. Такая вот. Плохой подражатель. Нечестивый Салманей возжелал, чтобы его почитали как Бога. Но его вздорные попытки выдать себя за того, кем они являются, лишь навлекли на него гнев истинных богов. Они уничтожили деревню на севере, оставив на ее месте лишь крапор. Мне остается лишь ждать среди опаленных развалин. Вот. По карте, мы отправляемся сюда, на север. Вот. Рядом, получается, с гордыней Салманея. Чуть-чуть на восток. Вот. Проходим чуть на восток. Там вот. Вот на наша деревня. Вот. Буду осторожен. Здесь, вот видите, вот такой вот кратер есть. Спускаемся в него. Тут у нас труп лежит. Вот. Все, загадка разгадана. Теперь открываем рюкзак. Смотрим. Да, все. Загадка разгадана. На карте вам еще раз покажу, где это находится. Это у нас вот здесь. Видите, да? Вот. Находится вот тут-то. А у меня вот на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.